немножко ракурс не видно. Да, вот сейчас очень хорошо видно, как рефери просит развернуть захват, выпрямляет кисти спортсменам. Спортсмен справа от нас. Динок. За вторым столом происходит борьба. Отмечу здесь выступление мастера спорта международного класса Алекса Манджишвили. Слева от нас он за красным подлокотником. Алекс Манджишвили, легендарный московский спортсмен, тренер. Один из тех людей, который, что называется, живет армрестлингом. Процесс связывания рук спортсменов связкой. Отмечу пока в паузе дизайн футболок. Все спортсмены одеты специально разработанные для этого турнира с логотипом футболки. По-моему, очень удачные. Сочетаются они с оформлением сцены, с общим дизайном. Все выдержано в едином стиле. И это добавляет зрелищности. Разворачивает рефери захват. Локоть сошел намного раньше, чем произошла победа. В принципе, возможно, он слева от нас. Но никаких. Первый стол. Справа от нас Дмитрий Моторин. Да, я думаю, это проигрыш. Да, мне кажется, надо фиксировать победу. А что примет, какое решение рефери? Фол дает? Фол за уход от борьбы, я так понимаю. Ну, я бы, наверное, дал проигрыш Дмитрию Моторину. Посмотрим. Ирина Гладкая, заслуженный мастер спорта из Москвы. 14-кратная чемпионка мира. Алина Саматой, тоже заслуженный мастер спорта. Обе тренируются у одного и того же тренера, Артура Агаджаняна. Вот так вот. Ира гладко выигрывает на правую, где продолжается поединок. Вот как трактовать такую позицию? Интересно. Я-то знаю, как поступит рефери, интересно. Я бы продолжил поединок. Да? Поединок, наверное, будет продолжаться. Схват и захват, я так понимаю, в судейском будет продолжен. И мы перескакиваем на второй стол, где борется Вадим Акперов из Москвы. Он слева от нас. Третий стол,
Последовательно закрывают руки спортсменов рефери. Выпросил Вадим. Ну, не выпросил, точнее, там, может быть, это и действительно, это движение, оно и было, да? Так, кому второй фол и победу? Все правильно, рефери сориентировался. Мы переходим между... Где происходит борьба в связке? Да, мне кажется, уже Виктор бороться не может. Ну и уже не будет, потому что это второе поражение. Да. Судя по выражению его лица, рука травмирована. Бороться он не может. И вот первый стол Виталий Калмыков борется. Да, выигрывает он свой поединок. Пытает рваться в финал, где уже ждет его борьба за вторым столом. Да, выигрывает Максим Филиппов верховым движением эту схватку. Ирина Макеева слева и Вайткута справа. Срыв захвата. На свою соперницу. Внимание участников соревнований. Дело в том, что, еще раз повторюсь, это две сильнейшие спортсменки. То есть здесь никаких сомнений, это две самые сильные на сегодняшний момент девушки в мире. И в очном противостоянии они будут сейчас выяснять, кто из них сильнее. И это мы видим с вами в прямом эфире. Да, вот это да, вот это Ирина Макеева, которая... Нету у нее соперниц сегодня. Мы видим на своих экранах, слева от нас был Николай Мишта. Второй стол. Мы видим справа от нас Виктор Фомин. Вот выставили захват.
готовится к старту рефери. Сосредоточен Виктор Фомин. Очень напряжен, хорошо натягивает, дает натяжку на себя.